Доброго времени суток, дамы и господа. Совсем недавно мной на Ютубе были рассмотрены интересные вещи по типу украшений. То, что их можно добавлять в вещицы, то, что имеется украшение, которое не является украшением. Также мы рассмотрели крафтовые вещицы. От и до обсудили все полностью про крафты. Сегодня, в среду, 11 января, игроки получили четвертую искру искусности и сразу же ломанули сделать себе крафтовые вещицы, но столкнулись с довольно-таки интересной вещью, как мешочек алхимических приправ. У многих людей вдруг внезапно возник неимоверный интерес к этому добавочному реагенту, к этому украшению, которое не является украшением. Несмотря на то, что на вовхеде имеется комментарий о том, откуда его получить и как его можно получить, я все же в этом видео, давайте подведу итог, поставлю жирную точку касательно того, как получить этот довольно-таки дорогой предмет. Потому что если мы на текущий момент откроем аукционную цену, то увидим 145 тысяч золота. Эта цена будет прыгать вверх-вниз в течение, наверное, еще месяца. Поэтому я думаю, фармануть этот мешочек самим довольно-таки неплохая идея. Итак, что нам для этого нужно? Для этого нам потребуется персонаж хотя бы 60 уровня. Да, то есть если у вас имеются персонажи 60 уровня, которые остались с Shadowlands, реализуйте их, фармоните на них этот мешочек. Теперь как его фармить? Нам нужно в определенный момент времени, каждые 3,5 часа стартует суп, который находится в Лазурном просторе, в Искаре, требуется выполнить всего лишь 5 поручений. В тот момент, когда суп стартует, нам выдается Weekly Quest. И в награду за этот Weekly Quest мы получаем горшок. И с этого горшка как раз-таки падает мешочек алхимических приправ. Уникальность этого мешка и его ценность заключается в том, то, что он является украшением, но при этом не является украшением. Внимательно глянем на мой эквип. Шея является украшением, дает эффект. Все круто, все мы прекрасно знаем, как работает аркан стихий. Далее, пояс. Дает искусность при ХП более 90%. Тоже является украшением. Это написано на предмете. Уникальный использующийся предмет. Украшение 2. Теперь же наведемся на нагрудник. Никакой такой строчки не имеется. Но при этом сильный бонус, который продлевает время действия эффектов сытости, имеется. Кроме того, эти эффекты продолжают действовать после смерти. Удобно при рейдовом освоении и при зачистке мифик плюсов, если вы там вайпаетесь или, например, что-то неудачно спулили. Что получается, мы можем скрафтить как сейчас вещицу и потом через рекрафт просто-напросто добавить украшение, так и можно сразу добавить это украшение, которое, повторюсь, не является украшением. Вот как-то так получается. Реализуйте своих твинков, пофармите этот мешочек, я уверен, он вам выпадет. Всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!